только в России, в Украине, в Америке, в Европе, по всему миру отмечают сейчас Новый год, а мы отмечаем Хануку. Вареньем, но мы сегодня купили... Есть без варенья, такие только с пудрой, и есть разные. Да, но мы сегодня купили очень эксклюзивный субгонет, пончики, специально для того, чтобы показать вам, какие вкусняшки мы кушаем. И есть свиолим это юла, и как... Волчок. И волчок. Вот мы приготовили разные волчки. Здесь даже есть волчки, вот которые сделала Патрисия, вот да. Я делала. Покажи еще, что такое ханукия. На праздник Хануку зажигают свечи на ханукия. Покажи, что такое ханукия. Ханукия это вот это... Подсвечник да, такой. Это такой подсвечник. Сюда ложат сначала вот эту свечку. Потом отсюда начинают, потом сюда. Сколько свечек есть в Ханукии? 9. 9, правильно. Вот если вы видите такую подставку для свечек, там где есть 9 свечек, это называется Ханукия. Да. А почему 9 свечек? Потому что одна свечка, которая посередине белая свечка, ею зажигают все остальные, и каждый вечер... Она называется служебная. И каждый вечер добавляют по одной свечке. Итак, 8 вечеров. Да. Праздник длится 7 дней и 8 ночей, да? Вот, еще принято. Это вообще детский такой праздник, но его празднуют все. И взрослые, и дети. И у детей сейчас каникулы зимние. Они как раз попали на Новый год. И это детский праздник. И детям дарят вот такие вот подарки. Да, и еще принято давать детям деньги на карманные расходы. И Патрисия решила в этот... Шоколадные, да, шоколадные или обычные. И Патрисия решила, так как принято дарить подарки, Патрисия решила... Я решила вам подарить тоже подарки. Мы разыгрываем конкурс за эти подарки. Вот за такие подарочки. Я сейчас вам покажу мой волчок, который я сама сделала в садике. В садике в том году, да? В этом году ты уже ходишь в школу. Здесь не важно. А там сзади написано, ну-ка покажу, в каком это году было. Вот написано на иврите Патрисия, 2015 год. Ух ты, смотри, какие камушки красивые, ничего себе. Вау, вот это красота. А теперь показывай нам остальные волчки. Это юла. Это юла такая большая, да. Это как бы знают все. У меня... Конечно, есть. Я когда был маленький, у меня была такая юла большая. И там внутри была такая лошадка. Когда юла крутилась, лошадка перепрыгивала через препятствие. Здесь тоже есть музыка. Вот этот волчок, он поет песенку на иврите, что пришел праздник Ханука. Он как пропеллер. Как пропеллер? Так, какие у нас есть еще волчки? Есть еще деревянный маленький, вот этот. Там есть еще несколько таких красивых савионов. Вот этот зеленый савион. Ты знаешь, как его запустить? Хочешь, я тебе покажу? А, сюда? Не, надо просто покрутить его, смотри. О,
Ну, такие вот у нас прикольные волчки. А теперь мы пришли к самому главному. Мы сейчас будем кушать наши вкусные... Пончики! Пончики субганьет! Где они? А ну-ка. Я их обожаю. Вот, мы сегодня съездили специально в магазин, в пекарню и купили вот такие вкусные пончики. Распаковывай. В этой маленькой, я сразу говорю, что в этой маленькой упаковочке это простые пончики, просто с повидлом. А то, что внизу... Там очень необычные пончики. О, да. Есть три обычных пончика. Давай посмотрим, что из себя представляет субганьет. Вот это такая вот, такой вот пончик. Внутри, туда вовнутрь заливают повидло. И посыпают пудрой. Вчера, как бы, в школе мы могли купить сами субганьет. Такие. И без варенья за 3 шекеля. Да, и плюс сок, 5 чекелей, да? Собирали все по 5 чекелей. Mm-hmm. Так, а ну-ка убирай эту коробочку. Давай посмотрим на самые крутые такие субганьеты. Oh! Верни к нам коробочки. Wow! Коробочку. Вау. Смотри. Мороженое. Смотри, какие они необычные. Вот здесь вот эта штука, это такая пипеточка. Там есть наполнитель шоколада. Вот здесь есть еще... Здесь еще какой-то наполнитель зеленого цвета. Здесь тоже шоколад. А здесь, смотри, здесь вообще что-то золотое, Это орешки золотые. Это кофе, такие орешки кофе, да? Зерна, не орешки, а зерна. Вот здесь есть еще субганьет с конфетками. А смотри, это вообще как субганьет, как такая тарелочка, и на ней 3 субгани, и 2 без варенья. Вот, есть еще вот такая плитка шоколада и с золотым каким-то зерном. Это здесь субганья. Тоже еще золотое зерно. Или субганья какая-то. Одним словом, произведение искусства. Вообще супер. Ну что, ты хочешь покушать? Патрисия любит только самый обычный субганьет, самые обычные пончики. Вот эти эксклюзивные, крутые пончики. Она их не ест. Почему-то. Конечно, можно. Патрисия решила поесть золотое зерно какао или кофе. Так это зерно кофе, какао. Какой ты пончик будешь кушать? Жалко, что мы не можем собрать твоих подписчиков. Мы бы организовали бы такую встречу как раз на праздник Ханука и... Купили бы для всех бы много-много пончиков. Было бы прикольно, да? Почему? Патрисия осталась без зубов, и теперь ей тяжело кусать. Вкусный пончик? Да. Классно. Бери, кушай. Сейчас я тоже буду кушать. Вот пришла Беатрис. Беатрис... Смотри, что там Патрисия делает. Тышка, какие пончики субганьет. Вкусные, наверное. О, Патрисия, Беатрис сразу все взяла. Без разговора. Беатрис, ты хочешь пончики субганьет? Она вся в этом. Повидле. Беатрис очень не любит быть грязной. Очень не любит. Очень не любит. Вон, смотри, видишь, она сейчас влезла в повидло, и ей очень... Некомфортно. А мне... Дайте мне сок. А ты вся в пудре. Дайте. Как маленький клоун. Мама! Я поздравляю всех с Новым годом и Ханукой. В этом розыгрыше могут участвовать все, кто захочет. На страничке ВКонтакте мы повесим пост с этим видео. Все, кто лайкнут и сделают репост, будут на Старый Новый Год участвовать в конкурсе. В этом конкурсе программа специальная выберет 5 человек, и каждый из них получит вот этот подарок, один из этих подарков. Неважно, где ты живешь, неважно, в какой стране, в каком городе, Патрисия вышлет тебе этот подарок. Я хочу вам показать, что в этих подарках. Показывай, Патрисия, мне тоже уже интересно, что же там есть. Патрисия сейчас беззубая, она разговаривает, шепелявит. Скотч, как это она странно уже говорит. Это
Ну давай, нам уже не терпится. Показывай, что же там внутри. Подарок, он в форме свечки. Ух ты! А ну-ка поверни. Что у нас тут есть? Давай. Ой, здесь есть монетка. Вот каждый из вас, тот, кто выиграет, 5 человек, получит вот такой подарок необычный. Это подарок с Израиля. Здесь даже есть Собивон, вот этот волчок. Это очень вкусные конфетки, вот это я их очень люблю. Да, я даже не знаю, как они будут по-русски. Такие конфетки, они вкуса разных фруктов. А здесь как раз они вкуса клубнички, в этой упаковке, по крайней мере. Вот здесь есть такие шоколадочки, вафельные шоколадки. Здесь просто шоколадка. И есть монетки вот две. Шоколадные монетки, как мы и говорили, на карманные расходы, но они шоколадные. И есть еще одна вот такая штучка. Я даже не знаю, как это будет на русском. Это она... тоже какая-то вафля. Не, это не вафля, это шоколад, молочный шоколад, но он необычный такой. И все это израильского производства. Засовывай сюда. И эти 5 подарков по дороге к вам. Участвуйте в розыгрыше. Да. И выигрывайте мой подарок.